Здравствуйте все! Очень радостно вас видеть. Сегодня нас смотрят не только те, кто в зале, но и те, кто глядит на нас по интернет-трансляции. У нас есть статистика. Это очень много зрителей. Десятки, а то и сотни тысяч. В каждом городе России есть люди, которые интересуются современной музыкой, современной поэзией. Это наша аудитория. И в других странах русскоязычной публики тоже много, которые интересуются современным искусством. Я пытаюсь сквозь эти объективы увидеть ваши лица. Вы тоже вместе с нами. И мы начинаем не лекторий. Петя и Волки. Петя перед вами. А мои сегодняшние волки – это композитор Александр Вустин и поэт Ольга Седокова. Пара эта составилась совершенно естественным образом. И вообще я должен сказать, что еще тогда, когда мне в голову пришла идея вот этого нашего, как говорится, формата, что у нас совместные творческие вечера проводятся с участием композитора и поэта. Это чуть ли не первая пара была, которая сложилась у меня в голове, но мы просто должны были дождаться сегодняшнего дня, когда это стало реальностью. Почему так? Ну, что-то может объяснить то, что оба они давно друг друга знают, дружат, интересуются творчеством друг друга, и даже какие-то произведения Александра Вустина, написанные на тексты Ольги Седоковой, в чем в конце вечера вы сегодня и убедитесь. Но я думаю, что есть какое-то более глубокое сродство, и у меня нет готовой формулировки, чтобы я мог его определить. Мы будем искать это вместе с вами в течение всего нашего вечера, искать его в словах, в звуках, в деталях. Я собираюсь сказать только несколько слов, хочу побыстрее дать слово моим сегодняшним волкам, но все-таки 2-3 эпизода для меня важны. Я помню себя первокурсником Мерзлуковского училища, который начинает интересоваться современной музыкой. И вот хотя первопроходцами авангарда были такие композиторы, как Волконский, Денисов, Убайдулина, мне почему-то повезло так, что я начал с Вустина. И я попал однажды на концерт в Дом композиторов и помню до сих пор впечатление, которое на меня произвела его вещь. Представьте себе, она была написана для такого состава. 7 или 8 ударников и струнный оркестр. Я сразу задался вопросом, как это может быть произведение для такого состава. Струнные инструменты очень тихие, ударные очень громкие. Как они могут в таком составе играть вместе, было решительно непонятно. Но вот произведение началось, заиграл один ударник, причем сразу форта. Его соло длилось 2 минуты. Потом к нему присоединился второй, они стали играть вдвоем. Играли еще 2 минуты. Затем третий, потом 4-й, 5-й, 6-й. И вот прошло уже 10 минут или больше того, как длилась эта вещь, а струнный оркестр еще не начинал играть. И я смотрел на лицо струнников, особенно почему-то выразительным было лицо первого скрипача, который сидел на самом первом пульте. Оно выражало буквально следующее. У нормального композитора я давно бы сыграл энергичную главную партию и очень красивую побочную, да еще бы успел их повторить. А здесь я сижу и смотрю на эти паузы, ничего не играю. Это вот
видимо, и есть то, что заявлено в теме сегодняшнего вечера. Что владело этим музыкантом? Переживание фуры. Но, наконец, струнный оркестр все-таки вступил, и это было совершенно далеко от того, что мы обычно ждем от струнных инструментов. Тепло, кантилена, прозрачность. Нет, они сыграли какие-то очень лабидарные звуки. В результате получилось так, что весь струнный оркестр стал как бы восьмым ударным инструментом, который добавился к тем семи, кто уже трудились и активно играли всю дорогу. И на этом произведение тут же кончилось. И я подумал, надо же, какой внутренней свободой обладает этот композитор. Он не берет какие-то составы, которые существуют, которые распространены, которые все предлагают. Он сам, он исходит из музыки и сам выбирает тот состав, который ему нужен. На самом деле это действительно большая редкость до сих пор. И мое предположение подтвердилось тогда, когда композитор вышел на поклоны. Обычно они жмут руку дирижеру, потом, может быть, солисту, если есть солист, первые скрипки, затем разворачиваются публики и кланяются. Августин пошел куда-то назад и стал пожимать руки каждому из семи ударников. И только когда он прошел весь маршрут, он вышел на первый план, пожал руку дирижеру, скрипачу, который так пережимал форму, и поклонился нам. Прошло много лет, и я стал заниматься составлением большого коллективного произведения, посвященного 250-летию смерти Баха. Это было в 2000 году, и помогал это все делать Гёте-институт. Я стал звать лучших поэтов и композиторов, чтобы составить коллективное сочинение по модели «Страсти к Матфею Баху». Я набрался смелости и позвонил Александру Гусину. И говорю: «Александр Кузьмич, не могли бы вы написать нам одну часть проекта?» Он мне ответил: «Ой, дорогой Петя, я сейчас вот не могу взяться, потому что я обещал написать пьесу для норвежского дуэта «Виолончели и аккордеон». Я подумал, что, ну, наверное, у него идея-то уже есть, а дуэт «Виолончели и аккордеон» — это все-таки две строчки написать. И я решился задать еще один вопрос. Александр Кузьмич, а как вы думаете, сколько у вас времени займет сочинение пьесы для норвежского дуэта? Ну, недели две. Ну вот, тогда мы еще успеем, если после этого сразу вы возьметесь за наш проект и напишите одну часть, это будет совершенно достаточно. А мы вас не ограничиваем в составе. У нас есть и хор, и оркестр, и ансамбль ударных инструментов. Выбирайте любой состав. Сказал я, помню о том впечатлении, которое произвела на меня пьеса для семи ударников и струнного оркестра. И вот проходит две недели, и вдруг звонит мне Александр Кузьмич. Я все готово, я написал. Что, дуэт для норвежского дуэта? Нет, хор на стихи Пастернака. Для вашего проекта. Вот. Оказывается, то ли этот замысел его увлек, так что он решил приступить к нему сразу, а потом уже взяться за норвежский дуэт. Либо само условие, то, что состав может быть любой, так подействовал на композитора. И добавляет Александр Кузьмич: забирайте ноты, Брюсов переулок, это там улица Нежданова назывался, в подвале у переписчиков. Я пошел на следующее утро в подвал и у переписчиков забрал партитуру. Открываю. Хор, оркестр, две валторны, добавил Александр Кузьмич, которых у нас не было. Ладно, пригласим двух валторнистов, хотя все остальное время они будут сидеть сложа руки, потому что другим мы композиторам ничего про валторны не говорили, они пишут без валторн. Мой взгляд скользит ниже и утыкается в партию контрабаса. Вот, вот в это все и дело, что там была одна нота,
которой не было на том контрабасе, который был в ансамбле Татьяны Гриденко и участвовал в исполнении «Швы». На обычном контрабасе нижний звук – это ми-контрактал. А в партитуре Устина стояло до-контрактал. А такую ноту можно сыграть только на пятиструнном контрабасе, то есть на обычном контрабасе 4 струны, а на пятиструнном еще одна, которая настраивается на нижнюю до. Ну, подумал я, ну что стоило композитору написать это до на октаву выше? И тогда бы он мог сыграть обычный контрабас. Это особо бы ничего не изменило. Но я даже и помыслить не мог, что я такое композитору скажу. Поэтому я стал искать пятиструнный контрабас. Конечно, в каждом оркестре такой контрабас есть, может быть, их даже два. Но у меня никакого опыта не было общения с инспекторами оркестров. Но тут мне подсказали одного парня, у которого есть свой такой контрабас. И как выяснилось, это был мой однокурсник по Мерзляковскому училищу. Я говорю, Слава, позвонил ему, одолжи нам, пожалуйста, на репетиции на исполнение пятиструнный контрабас. Он говорит, хорошо, но только под твою личную ответственность. Я говорю, конечно. И я помню, как мы его где-то брали, грузили, везли, потом на нем репетировали, а после того, как все закончилось, мы возвращали. Вот это ради того, чтобы у перфекциониста Устина была сыграна нота именно в той октаве, в которой он ее планировал. И в этом же проекте участвовала Ольга Александровна Седокова. Как ее уговорили, наверное, через общих знакомых, через семью Шмайных-Великановых, но она дала нам целых 3 стихотворения. Одно она, по-моему, написала раньше, а 2 других специально для нашего проекта. И на них музыку написали Владимир Николаев, Иван Великанов, вот он сидит здесь, подросший с тех пор, и Павел Карман. И вот я помню, что я в разговоре в телефонном с Ольгой Александровной просил ее написать стихотворение, которое стало бы текстом хора, который прозвучит в самом конце, вот когда кончается «Страсти по Матфею», в конце должен прозвучать какой-то хор, который объединит всех. Через некоторое время Ольга Александровна перезвонила мне и сказала, что текст готов. Но тогда она еще не пользовалась имейлом. Это сейчас она пользуется имейлом, фейсбуком. А тогда, чтобы получить этот текст, я сел за руль и отправился куда-то на край Москвы. И Ольга Александровна вынесла мне страничку, на которой был этот текст, напечатанную, кажется, уже все-таки не на пишущей машинке, а на принтере. Но это была страничка бумаги. И в тот же вечер я встретил в культурном центре дом Павла Карманова, композитора, показал ему текст, и у него глаза вылезли на лоб. Там было написано «Спи, моя радость, усни». Он говорит, что я теперь должен процитировать Моцарта? А тогда еще думали, что эту песню написал Моцарт, хотя ее на самом деле написал другой композитор. Это была песня. Я говорю, Паш, вообще-то у нас про Баха закрыто, Моцарт, наверное. Ну, он почесал затылки и сказал, так, недоверительно, ну, сейчас приеду домой, выпью рюмку водки, вот что-нибудь в голову придет. И когда через несколько дней он сказал мне, что он работает, а еще там, через какое-то время был готов этот очень красивый хор, где он не цитировал Моцарта, где он не цитировал Баха, а чем-то отдаленно он был похож на Римского-Корсакова. Он как бы сделал русскую адаптацию того, что, видимо, он почувствовал в стихотворении Седоковой. Потому что «Спи, моя радость, усни» так мог бы написать про Христа какой-нибудь протестантский поэт, предельно личный, от сердца идущий, только по-русски. И этот хор закончил всю ораторию, и я хочу прочесть, как звучит это стихотворение. «Кончена клятва, кончена страсть, спи, мое сердце, усни,
Кончилась мука, смерть унялась. Спи, моя радость, усни. Кончилась битва, кончился грех. Спи, моя сладость, усни. Кончился ад, ожидающий всех. Спи, мой спаситель, усни. Кончилось бремя, кончился сон. Спи, мое сердце, усни. Кончилось время, мир сотворен. Спи, мой создатель, усни. Дальше меняется размер и идет другая музыкальная часть. Как волхвы с дарами поспешим в потьмах Господу Владыке в чистых пеленах. Эта ночь венчается тишиной суббот. Эта смерть кончается, эта жизнь живет. Вот в этом тексте, как вы только что слышали, поэт касается разных библейских мотивов и даже сотворения мира, и даже раз волхвы Рождество Христа, но никаких попыток забежать вперед, ни слова про воскресение, потому что страсти к Матфею кончаются на том, что Христос прошел свой земной путь и был похоронен. Все. Дальше уже начинается другая история. Вот это, как мне кажется, и есть переживание формы. Давайте послушаем самих наших сегодняшних волков. Мы всегда начинаем с композитора. Александр Кузьмич, пожалуйста. Выходите. В публике. Концертов, да. В прошлом сезоне у нас была огромная радость. Это премьера оперы Пушкина «Влюбленный дьявол» в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Насколько я понимаю, Александр Кузьмич собирается нам рассказать про эту оперу, как она создавалась, про эту постановку, и мы посмотрим из нее даже пару фрагментов. Хорошо? Создавалась она не по моей инициативе, это мой покойный друг, совершенно гениальный человек, и литературно, и музыкально, певец Владимир Хачатуров предложил мне еще в 70-е далекие годы написать такую оперу. Причем это абсолютно без заказа писалось, как как некое хобби между делом, Мы оба были довольно ленивы, и он так вот год, две, три странички назад, вот, и я ехал в дом творчества и делал. А повесть Казута, которую мне сказал, она примечательна какой-то своей пушкинской, мне кажется, интонацией. Вот вспоминается «Пиковые дамы», не знаю, «Выстрел», там, «Игры фараона» и тому подобное. Во-первых, это привлекло. Во-вторых, сюжет благодарнейший для оперы. Благодарнейший. Там все канонические ситуации оперные есть. Как-то дуэль с другом, гадание, свадьба деревенская и так далее. Переодевание, разумеется, метаморфозы всевозможные и так далее. Все это мне очень нравилось, но я в то время очень увлекся серийной техникой. И у меня перед глазами стояло произведение, которое меня совершенно потрясло тогда, «Лулу Берга». И мне хотелось, я даже не буду называть это техникой, этим языком овладеть. Я до этого были маленькие такие опыты, а тут предстояло писать оперу. Ну и вначале я терпел неудачу. То есть я писал, но очень медленно, и главное, не представлял, как может русский язык и вокал справиться с этим языком. Но года через, лет через пять даже, вот, прошли годы, я писал там другие сочинения, вот, в частности, то, которые вы упоминали. Но все-таки в какой-то момент пришло понимание, как это делать. Это было в 82-м году, в ноябре. Я как сейчас помню, я сидел дома, почему-то прекрасная была погода.
несмотря на ноябрь, прекрасная какая-то солнечная погода. И я открыл, как писать, во-первых, для Голубцева. Я до тех пор я писал для своего голоса фактически. Я не понимал, что голос – это инструмент. Это особый, божественный, не инструмент. Тут я, наконец, понял, что писать надо не для своего голоса, а так, как ты пишешь для любого инструмента. Это во-первых. И сразу я понял, высокие партии, низкие и так далее. А во-вторых, у меня пошла эта средняя техника. Хотя и раньше я пытался, но это все были такие клочки, речитативы. И вдруг появилась первая большая партия бьюндетта. Бьюндетта – это производная партона дьявола. Вот по повести Кассета дьявол является молодому офицеру Альваро в виде страшной морды прилюбленной. А подговорили этого бедного Альваро, подговорили его такие друзья, враги, как их назвать, не знаю. Вот. И они соблазнили, что ли, на это приключение. И он не струсил, явился в назначенное место и вызвал этого дьявола. Показалось страшное мордовое блюдо. Однако он не струсил и приказал ему убрать зал, накрыть стол, с ним его друзья, вот те самые, о которых я говорил. И дьявол уже более мирным голосом, более мирным голосом сказал: «Что ты хочешь? Что ты хочешь, господин?» Убери зал. Дьявол превратился в маленькую собачку в спаниеле. И после, выслушав это приказание, спаниель удалился. Неожиданно преобразилась пещера в роскошный зал с сервированным столом, с невероятными яствами. Вот, и друзья все были потрясены. Но весь пересказывать сюжет я не буду. Скажу только, что на протяжении всей оперы собачка превратилась в пажа. А паж уже сразу не стал удаляться. Короче говоря, когда это приключение как бы закончилось, и Альвар доказал своим друзьям, что он не боится, он обнаружил в карете, в которой он возвращается обратно, обнаружил того же самого миловидного пажа. Ну, а вечером оказалось еще страшнее. Оказалось, что этот миловидный паж никто иной, как красавица Бьюндетта. И выгнать эту красавицу такого сомнительного происхождения он не мог, будучи гражданином и воспитанным в соответствующих традициях. Вот, на этом я остановлюсь, рассказываю мне сюжета. А что я хочу сегодня? Ну, уже верблюд, да, спаниель. Да, верблюд, спаниель, паш. И он касается с Бьюндетта. Бьюндетта, то есть блондинка. Что старая есть влюбленный дьявол. Вот она есть влюбленный дьявол. Но по ходу сюжета здесь я уже немножко отрываюсь от Казотта. Постепенно она, очеловечивается в каком-то смысле. В то время как наш главный герой, наоборот, опускается. Ну, такая линия сюжета. Вот. И вы увидите два фрагмента. Первый я назвал сцена обольщения, которая заканчивается поражением Бьюндетта, потому что входит неказистый, неповоротливый и туповатый слуга. В самый подходящий момент входит слуга. Ну, это мы увидим, да. Вот вы видите, да, и Бьюндетта настаивает всячески вот на взаимности, но все-таки Альбар воспитан христианских традиций, христианской семье, и он хочет, чтобы Бьюндетта показалась получила благословение матери и церкви. Вот этот кусочек вы увидите. Первый фрагмент. Thank you.
Александр Кузьмич, а вот объясните немножко про дикофонию, мне интересно. Да. Вот эти вокальные партии, которые его написали, и которые иногда идут скачками, а иногда плавной линии, или вот как в конце в самом вы слышали, как линия у тенора поднимается, и все более вверх, наверх это все подчиняется законам всеединой техники. Ну, существует определенная. Определенный ряд, с которого началась опера. С Ньютона, если его сыграть, то имеется он звучит так.
Вот. И так далее. Я не полностью его собрал. А, только 8 нот. 8 нот. Еще там есть, да, еще 4 нот остается. Короче говоря, это стало основой всего остального, что там происходило, со всеми, разумеется, изменениями, которые допускаются в додекафонии. То есть обратные ракофонные движения, обращенный ряд, основная форма и обращение ракофона и так далее. Я не хочу утомлять этими прямыми слушателями. Было очень трудно именно обладать с точки зрения вокала. Я для себя всякие придумывал поблажки, как это избежать. Но тоже здесь долго все это рассказывать. Но оказалось, додекафония может быть тональной. Во всяком случае, мой ряд, он имеет особенность, он модулирует от си бемоля для бемоля, имеет как бы модулирующую такую линию. И вот таким образом. Еще мы, наверное, обратили внимание на оркестр, да, который звучит как очень большой камерный ансамбль, да, в нем очень он много дифференцированного письма. Он и есть, он вырос из ансамбля. Ведь вначале ансамбль был сравнительно небольшой, на меня очень влиял опыт Стравинского, его истории солдата, где там тоже несколько духовых, контрабас, труба и ударник, конечно. Вот. Он как бы из этого игра вырос, но по мере развития сюжета и по мере, так сказать, прибавления ситуации оперных, оркестр рос и вырос до большого ансамбля. И плюс, прибавьте к этому 5 клавишных инструментов, 7, желательно даже 8 ударников, шумовые инструменты, как-то сирена, и всякие экзотические инструменты вроде львиного рёва или челюсти осла и так далее. В общем, в результате оказался оказался заполнен. Она оказалась заполнена. Вот. Ну, я не знаю, мне кажется, этот сюжет нельзя решать. Сейчас, вот мне кажется, когда это прошло обычным оркестром, это как бы стерилизовало музыку. Мне кажется, тут нужна особая тембровая звучность. Вот. И у вас там и так и не оказалось, допустим, виолончели, альтов? Да, виолончели, альтов были скрипки и контрабасы, но при желании, при соответствующей оснащенности микрофонной системы, микрофон-усилительной, можно одну скрипку, один контрабас, что и было сделано. Например. Ну вот. И сколько эта опера ждала своего часа? Она была закончена в 89 году. Тогда же были какие-то, кстати, об этом уже узнал один издатель немецкий. Он как связался со мной, потом я оказался приглашенным в Англию. Там я жил у своего большого друга, старинного англичанина, английского композитора Джеральда Макберни. Была попытка показать это в камерном английском театре, и забыл его название уже сейчас. Но это все не получилось. Даже не получилось приглашение в Голландию, там тоже была идея поставить в Голландии. По-моему, это даже было к лучшему. Во-первых, я тогда еще не был готов к этому. Во-вторых, главное, что эта опера написана на русском языке. И интонация русская, мне кажется, там на меня огромное влияние оказывало в своё время язык мусорского. Мне кажется, это все крайне важно. Хотя опера переведена и на немецкий язык, и на, насколько я знаю, на голландский, и на английский, по-моему. Но понадобился... Что понадобилось? Для этого оперы нужна была великая певица, великая, таким вот диапазоном, который вы слышите. И замечательный тенор. Ударник Тереховый. Да, и нужен был такой человек, как Владимир Верховский. Смелый человек, который любит такие процессы, такие вещи. Тот дирижер, который заставил Александра Кузьмича достать эту партитуру, уже не верившего, видимо, да, в то, что... Нет, я считал, что я ее никогда не услышал. А Юровский несколько произведений исполнил Устинов и даже сделал его резидент с композитором в
госоркестре имени Светланова, которым он руководит. И вот он же в театре Станиславского провел мировую премьеру оперы, написанной 40 лет назад, или 30 с чем-то, по крайней мере, лет. Вот, это был очень большой успех. И вот совсем недавно опера получила 5, что ли, номинаций на «Золотую маску». Да, что-то такое. Вот, причем... 7. Даже 7. Вот, причем она, для того, чтобы она прошла на этом фестивале, она должна пройти в определенные сроки, пока работает жюри. Вот сейчас театр решает, насколько я знаю, эту проблему, чтобы поставить ее в этот промежуток, и жюри могло бы посмотреть. Ну вот, а Юровский в этой опере ведь оказался еще персонажем. Кого он играет? В этой опере, помимо других действующих лиц, есть директор театра, который выходит как Лулу, кстати, так же начинается. Директор театра говорит: «Любезный сеньор, вот поучительная история, преподанная в виде аллегории, где принципы связаются со страстями, здесь поле битвы душа, движущиеся силы действия, служат любопытству». Юровский взял эту функцию на себя. Он не только он вышел в красном цилиндре и всю эту фразу произнес. Таким же образом он заключил оперу такой же фразой. И это мы увидим. Это мы сейчас увидим. Да, ну вот еще у меня вопрос, два таких вопроса по «Влюбленному дьяволу». Да. Лулу, она только музыкальным языком опера Берка оказала какое-то влияние вот на ранние этапы сочинения, да? Или сама героиня Берга, такая невинная соблазнительница? Конечно, не героиня. Но мне кажется, что моя Гиондетта, хотя она имеет очень опасное происхождение, как я уже сказал, она в чем-то более светлый образ, как ни странно. Так получилось, это уж так получилось в ходе написания, чем страшная и совершенно, ну, не циничная, конечно, но равнодушная к людским жителям и к своим жертвам героиня. Хотя потрясающий какой-то невероятной постигательности как женщина. И вы сказали, что по сравнению с романом Жака Казолта, да, который в основе, вы интерпретировали по-другому этот центральный образ. Ну да, у меня получилось так, что я в конце концов, если не влюбился в этот персонаж, это тоже, но я как бы старался понять Альвара, Но во всяком случае, у меня произошло постепенная материализация Бендетты и постепенная деградация, очеловечивание, лучше сказать, Бендетты и деградация главного героя. И мы увидим, во что он превратился в самом конце. Но конец вы решаете приемом, который, в общем, совершенно нетипичен для авангардного академического композитора. Вы запускаете танец «Болеро», который выходит танцевать профессиональные исполнители «Болеро». И почему вам понадобилось такое средство? Это просто, чтобы был эффектный финал, или вы как-то можете это объяснить? Ну, во-первых, там сюжет, по сюжету, там цыганская свадьба. Он едет, потому что, как вы сейчас узнали, больна мать. Больна мать, очень серьезно. Больна мать, а он спешит, помимо, так сказать, жалости и любви к матери, спешит получить ее благословение. Он считает, что Бендетта уже человек, что она уже не имеет отношения к тем адским силам. Она ему внушает, что она отчеловечена из сельфит, что она приняла человеческий облик, чтобы и стала смертной во имя любви Альвара. Это можно как угодно трактовать, но вот таким образом он поверил в нее как в живую женщину. Вот в чем смысл. Вот, и поэтому он мчится к матери, но его настигает в дороге Вендетта. Я не буду, опять же, пересказывать все перипетии сюжета, но все это происходит, он немного не доехав до места назначения, попадает на деревенскую свадьбу. Его узнают, это все слуги его матери, это деревня. И там в это время происходит настоящая свадьба, и его приглашают
принять участие в танце, в частности. И вот тут режиссер Тетер нашел, по-моему, гениальное совершенно решение. Он нашел группу с фламенко, которая находится в Москве. Фламенко, который руководит испанский танцор, приглашенный специально из Испании, Рикардо Кастро. И вот тут пришла идея, это а-ля мемория, получилось, что эта роковая судьба Альвара, она решена через это блево. Через это блево. Вот. Какое счастье! Рана не опасна, душа перегорела, но сохранилась. Но как вернуть покой сердцу? Милый, не бойся ничего. Но Виолетта, вы сказали им, что вы муж и жена. Вы дали слово. Впрочем, если так угодно, то на сей раз вам придется устроиться без удов. Я изнемогаю. Виолетта, я в изугре. Пустите ваших цыганок. Их советы совпадают с твоими. Я решил не возвращаться в Мравильяс. Завтра мы идем в Париж, в Венецию, в Новый Свет. Куда ты захочешь? А, оказывается, наша судьба зависела от цыган. Я всегда боялась людей. Я медлила, не решалась. Виолетта, ты разрываешь сердце! Нет, и твоих прорицательниц!
конце, перед тем, как Владимир Жировский произнес заключительный монолог, мы, кажется, как раз и услышали вот эту серию, чисто видя, как вы ее нам показывали. И мы сегодня послушаем еще одно короткое сочинение Александра Густина. Что это будет? Оно будет связано, связано с Бахом? Да, это был заказ от Гедона Кремера написать... Он, этот заказ был сделан 10-15 композиторам написать обработку какого-нибудь фортепианного произведения Баха. И я для его ансамбля, Кремерата Балтика, так называется его оркестр. Вот, и я выбрал инвенцию Баха знаменитую. Ну, то есть, так. Я по памяти играю. Вот. Ну, вот вы можете судить о том, что... Это... И что вы с ней сделали? Вот сейчас вы увидите. Вы можете немножко сказать. Приложение для струнного оркестра, флейты, легких тарелочек, таких ударных, без ударных не обошлось, они почти не слышны. Вот. И солирующие скрипки, Гедон играет на скрипке. Ну, такое ощущение, что, хотя там используются все регистры оркестра, да, что в целом она куда-то уехала вверх, да? Да. Как будто мы не удержали ее. Ну, она так получилась. Подробнее.
Александру Гусину главный вопрос сегодняшнего вечера, это что в его понимании форма и переживание формы, как сформулирована наша тема сегодня. Знаете, я очень рассчитываю на Ольгу Александровну, что я могу играть только в своем поле. Да, конечно. Я под сожалением могу сказать историю, что когда я заканчивал консерваторию, был такой предмет марксистско-ленинская эстетика. И мне на экзамене спросил преподаватель, как я понимаю форму и содержание относительно музыки. Я сказал, что содержание музыки – это ее форма. И, честно говоря, сейчас… Что вам поставили? Тройку. Я после того, не испортили диплом. Вот с моей точки зрения, вот прав такой музыковед был, советник советский, который сказал, что Борис Асафьев, который говорил, что музыкальная форма – это процесс, прежде всего. И это некая энергетика вот привела Ольга Александровна в высказывание замечательного философа Бедыхина, который говорил, что как бы есть пара – хаос и форма, да, а форма – это как бы родные братья. То есть лучшее подтверждение этого высказывания – это форма произведения Бетховена, на мой взгляд. Особенно яркое подтверждение – это начало 9-й симфонии, где мы слышим, как зарождается этот главный материал, и в конце концов этот хаос оформляется в унисон мощный, который мы слышим. Спасибо, Александр Кузьмич. Просим Ольгу Александровну. Сейчас мы. Я начну с того же сочинения, с которого начал Петр, потому что мое знакомство с Александром Кузьмичем и началось с этой мемории. Мы еще не были знакомы, и кто-то из музыкантов дал мне послушать запись этого сочинения. И я послушала и поняла, что я в жизни мало переживала таких сильных потрясений. Я не могла бы, конечно, проанализировать, что там происходит, но это было не просто новая музыка, это было какое-то новое высказывание о мире. Мне до этого неизвестное. И вместе с тем... И вместе с тем, как всегда бывает, когда ты узнаешь что-то по-настоящему новое, то тебе кажется, что ты его знал всегда. Что просто никто об этом не говорил, а оно на самом деле есть и было. Вот такое потрясение знакомого, как бы тайно знакомого нового. Вот. И впечатление это было, конечно, связано и с формой, с тем, о чем рассказывал Петр, что, конечно, никогда не слышала, чтобы ударным была поручена вот такая главная, совсем не ритмическая роль. Они были не как ритмические инструменты, наоборот, их роль скорее уже струнные исполняли. Они были, в общем-то, скорее ударными. А потом как-то в разговоре Александр Кузьмич сказал, что у каждого времени свой тембр обладает особой насыщенностью или даже особой мистичностью. Что вот, допустим, в моцартовское время так звучали струны, у них была какая-то мистика. А сейчас, как он слышит, это тембр ударных. Вот. И, естественно, я не музыкант, мне не приходилось много размышлять о тембрах, но вот этот тембр мне показался каким-то необычайно найденным, какой-то правдой, кроме всего прочего, о нашем времени. Вот. Однажды я в деревне, где я каждое лето провожу, была сухая гроза. Дождя не было, а со всех сторон стало греметь. Я была потрясена, потому что я оказалась внутри музыки Устина. Вот эта природа играла в то, что пишет Александр Кузьмич. Вот эти ото всех сторон эти раскаты и неожиданные вместе с ним, с этим, как будто у них тоже была какая-то серия, они тоже из чего-то составляли вот это все, что звучало. Да, ну вот. Ну, а дальше я только могу сказать, что
Конечно, мне посчастливилось познакомиться уже с самим Александром Кузьмичем и продолжать быть знакомой до сих пор, это уже давно, потому что «Мемория», она была написана раньше, чем я ее услышала, это просто была запись исполнения. Вот, и «Дьявол» писался еще до того, как мы были знакомы, в общем-то. Ну и с этого времени прошло много лет. Вот, да. Ну, я думаю, что я не буду особенно рассуждать, а выбираю, что считать. То есть вы нам потом скажете про переживание формы? Про переживание формы, ну, наверное, могу попробовать и сейчас. Действительно, Александр Кузьмич вспомнил очень дорогую для меня цитату Владимира Бибихина, нашего философа, о том, что форма и хаос – это две родные стихии, и одна без другой немыслима. И когда начинают рассуждать о форме более внешним образом, обязательно в противопоставлении содержания, как будто форма – это какой-то кувшин или коробка, который содержит в себе что-то, вот, то, конечно, забывается о ее начале. У формы есть начало, вот об этом пишет Бибихин. И это, наверное, в ней главное. Как она будет дальше построена, вот эта строй, схема, язык – это уже второй пласт. А первый – это момент ее зарождения. И мне кажется, что вот здесь для себя я отличаю как бы большое искусство и другое искусство. И в большом искусстве ты очень быстро, с первых, там, я не знаю, слов или текстов, понимаешь, что здесь она есть, здесь есть форма. То есть здесь есть то, что будет создавать это произведение, тот закон, который дальше будет развиваться, меняться, действовать. Или же, если этого нет, то это рукоделие, которое можно делать так, по-другому, как угодно, используя самые сложные схемы техники, как бы не в этом дело. Вообще, говоря, у нас плохо помнят о том, что форма – это перевод греческого «идея», и поэтому вот так вот ее понимать, как вместилище для чего-то другого, нет. И идея как то, что творит вещь. Также и форма. Форма формация – это то, что ее творит, а не то, что она в себе содержит, как уже созданная вещь. Вот это я имела в виду. И, конечно, мне кажется, что никакое искусство не может иметь так прямо дело с формой в этом смысле, как музыка. Потому что все остальное там, ну, как бы, может быть, а может его и не будет, то, что принято называть содержанием. То есть какие-то сюжеты, какие-то настроения. Это действительно события формы, музыка. Вот. В словесности поэзия гораздо больше имеет дело с формой в этом смысле, чем проза. В прозе действительно появляется то, что называют содержанием. И когда проза поэтична, я, например, этого не люблю. Мне нравится, когда в каждом жанре есть свои законы. В прозе должны быть мысли, сюжеты, характеры, тогда это интересно. А в поэзии должна быть игра и необычайность явлений формы. Это, наверное, в такой чистоте, как в музыке, неосуществимо, потому что у слова слово не может быть бессмысленным. Оно не может стать чистой частью формы. Вот. И, как сказал Поль Валери, то поэт играет двумя большинствами, если как бы это сказать, меньшинство и большинство, что есть две части, вот как в парламенте две части. Вот. Но если бы этот парламент состоял не из большинства и меньшинства, а из двух большинств. Одно большинство – это то, что называется смыслом, а другое – формой. И вот там, где большая поэзия, там мы видим, что играет и то, и другое. И это случается, конечно, очень редко. Вот то, что я так могу сказать. Почитаете?
Да, вы знаете, я решила сегодня пойти самым простым путем, то есть прочитать, во-первых, стихи, которые посвящены Александру Кузьмичу, а потом те стихи, на которые он писал музыку. Их довольно много. Вот то, которое мы петь будем, вы прочту, потом прочтете. Да, да. Значит, вот это довольно длинное творение, которое так и называется «Музыка», и посвящено Александру Кузьмичу. И в нем как раз, я думаю, живет то самое мое первое впечатление от мемории. От вот этой впервые услышанной, какой-то небывалой, а вместе с тем природной музыки. У воздушных ворот, как теперь говорят, перед небесной степью, где вот-вот поплывут полубесплотные слончаки, в одиночку, как обыкновенно, плутая по великолепью, айкумены, коверкая разнообразные языки, в ожидании неизвестно чего, ни счастья, ни муки, ни внезапной прозрачности, ни прозрачного бытия. Вслушиваясь, как сторожевая собака, я различаю звуки, звуки не звуки, прелюдию к музыке, которую никто не назовет моя. Ибо она более, чем ничья. Музыка, у которой ни лада, ни вида, ни кола, ни двора, ни тактовой черты, ни пяти линеек, изобретенных в виду, только перемещения, недоступности и высоты. Музыка – небо Марса, звезда старинного боя, где мы сразу же и бесповоротно побеждены приближением вооруженных отрядов дали, ударами прибоя, первым прикосновением волны. А тебе я просила на холме Сиона, не вспоминая ни ближних, ни дальних, никого, ничего, ради незвучащего звука, ради незвенящего звона, ради всевластия, ради всестрастия твоего. Это город в середине Европы, его воздушные ворота. Кажется, Будапешт, но великолепный вид набережных его и дворцов я не увижу, и ничуть не охота, и ничуть не жаль. Это транзит. Музыка – это транзит. Все пройдет, все пропадет. Все мягко-мягко стелет, но прежде усыпления, прежде ускоряющегося соскальзывания с высоты, знаменитый походный оркестр, музыка Пети Ростова, которого на утро застрелят, готовится к выходу из-за полога космической глухоты. И каждый ее дирижер. Ну, валяй, моя музыка. Сначала эти, как они, струнные, все вместе. Хорошо. Теперь виолончель, то есть душа моя. Самый надежный звук на свете, не целясь, попадающий в цель. И теперь клёкот лавы в жерлах действующего вулкана, стрёкот деревенского запеченного сверчка, сердце океана, стучащее в груди океана, пока оно бьется музыком живы, пока ни клочка земли тебе не принадлежит, ни славы, ни уверения, ни успеха, пока ты лежишь, как лазарь у чужих ворот, сердце может еще поглядеться в сердце, как эхо в эхо, вещь бессмертную. Ливень, который, как любовь, не перестает.
Теперь такую часть из сюиты, можно сказать, Тристана и Изольда, финальная ее часть, которая называется «У меня отшельник говорит», а Александр Кузьмич, написав музыку на эти стихи, назвал ее «К Софии», посвятив ее Софии Губайдуллиной. «Да сохранит тебя Господь, который всех хранит, в пустой и грубой жизни, как в поле клад зарыт, и дерево над кладом о счастье говорит, и летающие птицы глубокого неба поклон умеют наполнить глазницы чудесным молоком. О, можно не думать ни о ком и не забыть ни о ком. Я выбираю образ, похожий на меня, на скрип ночного леса, на шум ненастного дня, на путь, где кто-нибудь идет и видит, как перед ним плывет нечаянный и шаткий плод последнего огня. Да сохранит тебя Господь, читающий сердца, в унынии, в безобразии и в пропасти конца, в недосягаемом стекле закрытого ларца, где, как ребенок, плачет простое бытие. Да сохранит тебя Господь, как золото свое. Теперь три стихотворения из китайского путешествия. В китайском путешествии вообще 18 стихотворений. И вот интересно, я люблю какие-то большие формы, чем одно стихотворение. И первое, что мне приходит в голову, как ни странно, не о чем будет это китайское путешествие, а что там их будет 18. Первое, что ты видишь, число 18. Их должно быть 18. И, соответственно, от того, какое место каждый из них занимает в этих 18, оно, как бы сказать, получает свое настроение, свою, можно сказать, тональность. Вот. И потом уже, когда я все это дописала, я поняла, что я не заметила, как все началось с утра, в первом стихотворении «Утро», окончается глубокой ночью. И довольно последовательно прошел весь световой день в этих 18 стихотворениях. То есть, в общем-то, можно себе представить какое-то время года, когда световой день примерно 18 часов. Ну, это, конечно, домыслы, но просто вот интересно, что первое, что приходит в голову, это количество и объем. Вот это будет примерно там 18 строчек, а в это будет примерно там 18, это не то, что 18 не мое любимое число, а просто вот 18 стихотворений, примерно столько-то слогов ты так прикидываешь. То, о чем это уже второй вопрос. Эти три стихотворения у Вустина входят в разные сочинения или отдельные. Одно. Да, два из них отдельные, просто отдельные, но написанные для разных исполнений. Да. А третье, нет, второе входит вот в эти такую триаду, которая исполнялась недавно, в 18-м году. В 17-м году. Да, оно составляло третью часть из этой триады. Вот. И потом третье, которое написано раньше, чем второе. И оно для хора и для большого оркестра. А первое вообще для голоса капелла. Может, ты перстень духа, камень голубой воды, голос, говорящий глухо, проступенчатые сады. Но что же с плачем мчится крылатая колесница, ветер, песок, побережья,
океан пустой, и нельзя проститься, негде проститься с тобой. О, человек простой, как соль в воде морской, ни речь, ни лицо, ни слово, только соль и йод и прибой. Не имею к кому обратиться, рассуждаю сам с собой. Может, ты перстень духа, камень голубой воды, голос, говорящий глухо про небывалые сады. Вот второе тоже из китайского путешествия, но, вот как я говорила, вошедшее совсем недавно сочинение Александра Кузьмича. С нежностью и глубиной, ибо только нежность глубока, только глубина обладает нежностью. В тысячи лиц я узнаю, кто ее видел, на кого поглядел, из каменных вещей, как из стеклянных. Нежная глубина и глубокая нежность. Так зажигайся, теплый светильник запада, фонарь, капкан мотыльков. Поговори еще с нашим светом домашним. Солнце нежности и глубины, солнце, покидающее землю. Первое, последнее солнце. Вот, представьте себе, это стихотворение написано для баса. Его исполнял бас, вы говорите, тембровое мышление. И это было замечательно. Вы уже слышали бас, когда писали? Нет. Нет, бас написал Александр Кузьмич. Я ничего потом ни в голову не приходило. Вот. И вот третье, которым китайское путешествие кончается, а у Александра Кузьмича это хоровое переложение. Похвалим нашу землю, похвалим луну на воде, то, что ни с кем и со всеми, что нигде и везде, величиной сока ласточки, с крошку сухого хлеба, с лестницу на крыльях бабочки, с лестницу, кинутую с неба. Не только беда и жалость сердцу моему лда, но то, что улыбалась чудесная вода. Похвалим веток бесценных темных купанье в живом стекле и духов всех бессонных над каждым зерном в земле. И то, что есть награда, что есть преграда для зла, что как садовник у сада, у земли хвала. Из этой же триады стихотворение «В метро, Москва». Вот они в нишах, бухие, кривые, в разнообразных ссадинах, фингалах, гематомах. Ничего, уже не больно. Кто верхом на урне, кто возлежит, опершись, как грек на ловской вазе, надеется, что невидимый, что обойдется. Но, братья, товарищи, как отпраздновали? Удалось? Нам тоже. Вот еще три стихотворения прибавлю, на которые музыка Устина не написана. Значит, вот это стихотворение Вербибром, тоже написано, как и предыдущее. Я часто люблю вот к стихам или к прозе, или к музыке, в общем, берут эпиграфы, ставят эпиграф, а потом развивается основное новое сочинение. А мне нравится, чтобы эпиграф был прямо внутри, чтобы он и был первой строчкой. И вот в этом стихотворении первая строчка, собственно говоря, это и есть цитата «Не так даю, как мир дает». Это из Евангелия. «Не так даю,
как мир дает. Не так. Все и сразу, и без рассуждений, без требований, благодарности или отчета. Все и сразу. Быстрее, чем падает молния, великолепней, чем все, что вы видели и слышали и можете вообразить. Прекрасней шума морского, голоса многих вод. Сильней, чем смерть, крепче, чем ад. Все и сразу, и не кончится, и никто не отнимет. И такой восьмистишие, посвященный как раз Владимиру Вениаминовичу Бибихину, который мы оба вспоминали. Кто любит слово, тот его и знает. Кто любит звук, тому он и звучит. Как в адаманте луч петляет и прицает внезапным росчерком и ритм. И в светлом облаке звучание его вознаградит сполна. Царей и царств земных напрасное мечтание, возлюбленная тишина. Здесь, как вы понимаете, наоборот, начало оказалось в конце. В конце это Державин. Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина. Здесь вот не началось, оно уже к этому пришло. И последнее, что собиралась читать. Где точка с точкой разговаривает, звезда с звездою говорит, где разум лучшее утраивает, а прочее благодарит, над замороженными чащами, над пустырями, где низги, звучащие, с ума сводящие стихотворение «Шаги». Все. Где разум лучше утраивает. Он потрясающе. Да, да. Ну что, у нас есть очень мало, на самом деле, времени на общий разговор, но давайте 2-3 вопроса или 2-3 реплики вы все-таки спрашивайте, говорите. Оценку замечтайте, пожалуйста, Валерий, вот я думал все время, слушая песню, про форму в связи с другим явлением, которое меня занимает последние уже достаточно многие годы, и которое имеет очень специфические отношения с формой заведомо, а именно с про импровизацию. Потому что, и здесь вот для меня вопрос, и мне будет очень интересно узнать мнение и Оли, и Александра Кузьмича по этому поводу. Потому что здесь, ну, это касается и музыки, конечно, но и слова, ну, например, то есть, если я не буду Пушкин переживал, что у него не получается так импровизировать, как у Мицкевича. Вот, но то, что мы читаем, ну, стихи Мицкевича, ну, редко кто их ставит так же высоко, как поэзию Пушкина, а при этом вот живьем, когда он импровизировал, это производило впечатление действительно очень сильное на людей, наверняка не случайно, и вряд ли оно могло бы производить такое впечатление, если бы оно было бесформенное. Вот рождается, как вы сказали, форма, как структура в самом начале, то есть то, как оно должно быть уже заложено в начале, как инструмент или как проекция, и вот по отношению к музыке, вот в связи с тем, например, что да, вот Булез, допустим, который фиксировал все очень-очень подробно, а потом написал статью «Аллея» и сказал, что должно быть все наоборот, и что все это как разбрасывание костей, и что музыка должна развиваться по каким-то своим законам, композитор не должен все фиксировать. Вот я вспоминаю, что это в консерватории, я когда учился на композиторском факультете, я принес сочинение своему педагогу, покойному уже Роману Семеновичу Леденеву, и мне сказал: «А вы уверены, что трубачная играет вам тут то, что вы хотите?» Вы написали начало, а дальше оставили ему свободные
свободу. Я говорю, ну я не уверен в этом, но я уверен, что я не знаю точно, что это должно быть, только знаю, что я надеюсь, что он сыграет то, что будет хорошо. Вот, простите, что так длинно говорю, просто чтобы вот как бы сформулировать, собственно, такой достаточно, мне кажется, широкий вопрос, но, может быть, вот есть какая-то вот мысль, я даже уверен, что она есть. Но импровизация – это еще не композиция, Вань. Но это предыстория, это вот как действительно хаос и форма. Это начало музыки, наверное, в импровизации как раз заложено. Какая, не знаю, пастушка, какая-нибудь дудочка, которая играет. Можно назвать это композицией, да? Народные песни в значительной степени импровизации. То есть это основа, на самом деле. Основа – это та жизнь, которая должна быть и в форме, между прочим. Если в произведении нет этого начала, если нет вот какого-то воздуха, какой-то свободы, а все зафиксировано, так сказать, и определено, раз мы сюда, то произведения нет, конечно, это мягко. Вот так я отношусь к импровизации. Да, мне пришлось слышать поэтическую импровизацию, как она была там 20 веков назад. Теперь мы этого уже не видим, потому что ну, то, что делал Мицкевич, можно представить себе, что это было его, представить можно. А я видела настоящее состязание на Сардинии поэтов, которые на сардском языке двое между собой, значит, публика им давала темы и вытаскивали из шапки тему, и они должны были по очереди импровизировать. Причем в строгих формах, в октавах, по 8, каждый должен был тут же вот, специально, значит, составленным сместивши говорить. А тема была, первая тема, какая же была, гроб и колыбель. Один, значит, должен был сказать, что гроб важнее, а другой, что колыбель важнее. И они между, в общем, это все, это никогда не записывается. Вот настоящие поэты, так было во времена, говорят, состязали Гомера и Гесиода. Так вот средневековые поэты состязали. Они не могут заранее подготовиться, они не знают, почему, собственно говоря, готовятся. Ну хорошо, владеете, допустим, октавой, больше ничего тут не сделаешь. Вот, это, конечно, впечатляет. Но интересно, что они против того, чтобы вот эти тексты, это еще в некоторых местах земли сохранилась вот такая живая настоящая импровизация словесная. Вот. Но обычно те, кто это делают, решительно против того, чтобы это записывалось, фиксировалось как текст. Оно существует в этот момент. Вот. Я думаю, что на самом деле в самой изощренной композиции, как того же Пушкина, можно видеть все, что есть у импровизатора. Просто оно происходит не на глазах у публики и, как бы сказать, в несколько отвлеченном времени. Но свобода связи та же, что и у импровизатора, и даже больше, потому что здесь включается еще критическое начало, и он отсекает тривиальные места. Просто импровизация в ходе времени, она часто прибегает к шаблонным ходам, потому что они сами приходят в голову. А вот когда это уже пишется на бумаге, здесь отсекаются вот эти возможности. Поэтому, наверное, труднее. Но, в принципе, это как бы модель импровизации, я так сказала. Брюсов еще, говорят, по воспоминаниям здорово импровизировал. Он, например, читает стихотворение и заканчивает его так. Я дал вам 8 правильных октав. Еще вопросы? У меня вопрос. Вот вы же начали еще в 60-е годы. Но у меня такое ощущение, что обрели себя в настоящем состоянии позже, в 70-е. Как вот вы поняли свою миссию? Собственно, чем это отличается, если 60-е годы были временем каких-то надежд, авангарда, чтений в Политехническом музее, то позже выяснилось, что мир изменить не удалось. И самый верный путь – это внутрь себя, в поиске ответов для самого себя. И вот, по-моему, вот тогда-то вы оба и появились полный рост на нашей сцене. Вы сами что-нибудь можете вспомнить про это? Или я совершенно не прав?
Я думаю, вы немножко не в одно время. В 60-е годы я еще училась в школе. И смотрела как ребенок на то, что делалось в этих стадионах с поэзией. Ну, какой-то сборник уже вышел у вас в 65-м году, нет? А, это детские просто. Детские. Ну, конечно, для меня родина, так, культурная родина, это глухие годы, 70-е. Это очень для меня тоже. Это хорошая ситуация, когда есть такой прессинг, что ты никуда не выйдешь, кроме своей кухни, и должен писать про себя еще при двух человек. Говорят, что это очень творчески помогает. Я не знаю, Моцарт помогало, что он жил именно в это время, а не в другое, что, так сказать, едва его даже в французском дворце. Мне кажется, это настоящий, на самом деле, талант или гений особенно не нуждается в этом. Но, безусловно, есть, Оля это не любит, но мне кажется, есть какие-то моменты, вот особенно пережитые 30-е годы, мы помним, не дышал, также. То, что позволяло выжить, это свыше было дано. Это свыше было. И, кстати, это приводится в нашей вот. А как вы считаете? Я не знаю, я знаю, что это было по-своему очень трудное время для того, чтобы жить, для того, чтобы писать, и многие мои ровесники нас называли погибшим поколением, потому что очень многие люди погибли в юности, спивали, скончались с собой, именно из-за вот этого чувства полной глухоты, безвоздушности окружающего. Там была своя трудность, но с другой стороны, когда я смотрела вот в 90-е годы на тех, кто вступал в жизнь и начинал писать, я думала, что, может быть, им еще труднее. Да. Потому что, с одной стороны, все можно, а с другой стороны, не очень дорого все и стоит. Вот, как бы сказать, того, что давало поневоле силу некоторым людям, которые, может, сами по себе не очень были сильными. Это вот когда написала то, что я говорю, многие шепчут, иные думают молча. То есть какое-то чувство представительности, что ты не за себя только говоришь. Да. Потом оно исчезло. Еще один вопрос. Вопрос один. Спасибо. Переходим к следующей части. Вот тот, кто сейчас даст правильный ответ и получит приз, тому я буду дичайшим образом завидовать. Ну, хорошей завистью, конечно. Поскольку у нас сегодня несколько раз речь заходила о Бахе, и еще зайдет, когда будет концерт, вопрос такой. В каком контрапунктическом произведении Баха соединяются темы двух народных песен, одна из которых лирическая «Так долго был вдали я от тебя, поближе подойди», и танцевальная «Капуста и репа из дома прогнали меня». Конечно, сейчас правильный ответ нам даст Маргарита Ивановна Кутеля. Последний вариант. Гольберг вариация – это последний Клод-Лебедь из этого цикла. Там другой перевод был «Капуста и репа отладили меня отсюда». Да. Вот, если бы моя мама дома варила мясо, может быть, я бы и не ушла. Идите сюда, Маргарита Ивановна. Маргарита Ивановна получает диск фирмы «Мелодия» с записью Гольберг-вариации в исполнении Григория Соколова. Второй вопрос адресован тем, кто хорошо знает биографию и высказывания Александра Устина. Дело в том, что много лет назад, в конце еще 20 века, кто знает даты, может сказать точно. В 97 году отмечалось 200-летие со дня рождения Шуберта.
И Александр Кузьмич высказался о нем очень тепло. Мы собирали мнения разных композиторов мира, и Александр Кузьмич сказал, что он очень хотел бы увидеться с Шубертом, чтобы просто молча побыть рядом с ним. И вот какой бытовой предмет, по мысли Александра Кузьмича, мог бы способствовать его душевному с Шубертом сближению? Ваши догадки. Трубка? Не трубка, но тепло, тепло. Очки? Нет, холоднее. Бокал, это уже ближе. Кружка. Пивная кружка. Кружка. Рюмка. Рюмка, это уже чересчур теперь. Пивная кружка. Правильный ответ – кружка. Марина, идите сюда. Ой. Сейчас Марина покажет. Это пивная кружка. Александр дала правильный ответ, теперь она может из нее пить, что хочет. Буквально Александр Кузьмич тогда сказал следующее. В великой четверице Бах, Бетховен, Моцарт, Шуберт, он мой самый любимый. Догадываюсь, что это был человек исключительной привлекательности. Хотелось бы сидеть с ним за кружкой пунша и просто быть около него. А вот третий вопрос у нас адресован профессионалам, поэтому я сначала скажу, какой будет приз, а вы, кто в нем заинтересован, отгадывайте. Приз будет такой. Мы выдаем его совместно с компанией «Piano Rooms». У нее есть репетитории в двух местах Москвы, недалеко от консерватории один, недалеко от Гнесинки другой. И вот если вам нужно позаниматься, порепетировать, а негде, что очень часто бывает у тех, кто учится, то можно прийти туда, и мы сейчас вручим вам сертификат, который даст вам право воспользоваться им бесплатно. Это один вариант сертификата, а другой вариант – это вы можете прийти туда, если вы вообще не начинали еще заниматься фортепиано, если хотите начать, то педагог с вами первый раз бесплатно позанимается. Вот. А вопрос такой. От какого занятия предостерегал пианистов своих учеников Иосиф Гофман? Три варианта ответа. Верховая езда, альпинизм, волейбол. Пока не прозвучал правильный ответ. Кто сказал верховая езда? Идите сюда. Как вас зовут? Вера. Вера получает сертификат Piano Rooms. Пожалуйста. Какой вам хочется позаниматься? Позаниматься. Заниматься? Да, я очень много надеюсь. Придется приехать. Поздравляю. Последняя часть по традиции. У нас живая музыка. Мы можем уже ставить пульты и стулья. Спасибо, Марина. Мы всегда в конце поем. И на этот раз мы споем тоже. Просим, просим. Это участники ансамбля Open Sound Orchestra. Его руководитель Станислав Малышев, скрипка. Дарья Филипенко, альт. Начальник дуэт. Соль мажор Моцарта. Первая часть. Просим.
Станиславу и Дарье присоединилась Ольга Калинова. Я в искуплении своих прошлых грехов на этот раз правильно произношу ее фамилию. Ольга присоединилась к нам только вчера. Она вернулась из Соединенных Штатов Америки, где играла в оркестре под управлением Теодора Курензиса. Сейчас вы услышите арию и 8 вариаций из того цикла, который мы сегодня уже упоминали и разыгрывали. Это Гольдберг вариаций Баха. А затем мы объявим, что будет потом.
На сцене скрипка, альт и виолончель, а я обещал вам, что мы будем петь. Как это? Где же певцы? Сейчас вы все увидите и услышите сами. Вустин, канто. Стихи Александра Сергеевича Пушкина. Thank you.
последняя вещь, которая сегодня прозвучит в нашей программе, называется «Вечернее море». Слова Ольги Седоковой, музыка Александра Устина. Перед исполнением Ольга Александровна прочтет этот текст. Вечернее море, отрада Софона, звезда за звездою, строфа за строфой. Там больше не спросят, кто умер, кто жив. Усталый подъемчик, валов отрешив. Что чище того, что сгорело до отла, что песни нет дна, и звездам нет числа. Thank you.
Саунд-оркестра. Вячеслав Малышев. Дамы и господа. Ольга Калинова. Александр Лусин. Ольга Сумакова. Друзья, мы закончили на сегодня. Спасибо Союзу композиторов России, который проводит это мероприятие. Спасибо музею Прокофьева за гостеприимство. Спасибо порталу Культура РФ за трансляцию. Спасибо вам, что пришли. Следите за нашими объявлениями. Ждем вас снова.